Наташа Делек, с вами буддистка Кэти. Катюшка моя кисуся. Я тоже. Смотрите, мы теперь с Катюшей сестрички. Да, тоже подплела дрязи на парочку, как в старые добрые времена это было у меня. Гонстиль. Гонстиль, да. Так, здорово, мы приехали на Боготор, на пляж, на море. Наконец-то я добралась. Вот мы сейчас в шейке. Я себе вот водички взяла. Я забыла свою дома, буду пить такую. Все, Катюша идет купаться, я тоже скоро пойду. Наконец-то, наконец-то. Первый раз. Первый раз после приезда. Но я тоже долго добралась, сидела. Добралась. Потому что когда долго живешь, почему-то, ну, так вот, ай, схожу потом, а в итоге это затягивается иногда на один, на два месяца. Ну, просто как будто ты обычно, ты приехал сюда надолго, думаешь, что море никуда не убежит от тебя, и поэтому вот так оно и получается. Да, еще плюс материальные дела. Да, дела. Как-то не до моря. Это туристы, да, они приезжают ради моря, а мы... Ну, они на две недели, а мы да, как бы... А мы надолго. Поэтому приходится задумываться и о делах насущных. Ну, ничего, для отдыха тоже время находится, поэтому все здорово. Да. Спасибо, Катюшка. Да, она меня, вот, можно сказать, вытащила. Поехали на Боготор, Вот мы добрались до Боготора. Покажу вам еще, кстати, кое-что интересненькое. И Будду, да? Будда, но Будду можно снять или отсюда, или в море заплыть с камерой. Готова? Не совсем. Не, ну там по камням надо подняться, и тогда можно зафоткать. Ну, интересно. Просто покажешь мне, где я схожу. Ну, он уже вот там, вот рядом. Прямо вот там. Ну и замечательно. Пойдем плавать, я тебе покажу с моря, где он. Ага, хорошо. Вот, вот все, небольшая разруха, да. Туристов почти нету. Пустенько. Да, ну как есть, зато морька есть. Ой, ухорюся. Вот в чем вопрос. А мне кажется, можно и в очках. Потому что, чтобы не это, не отсвечивало от воды. Оно бывает отражает. А я так и не купила себе очки. Ну, как есть, так и хорошо, да? Все добро. Ой, я довольная такая прям делаю. Какое интересное местечко. Сижу, смотрю, у них такие граффити тут. Сейчас покажу. Собачество отдыхает. Бомшенка. Ну, красота же. Супер здорово. Что-то типа мотоцикл. Класс. О боже, у них тут даже алтарь есть. Неожиданно. Как? Здорово. Чего только нету тут, а? Все на свете есть. Сейчас Катюшка покупается, и я пойду. Ну как водичка? Водичка отлично, только я споткнулась там о камень, поэтому... Ай-яй-яй. В ту сторону не иди, где тут. Вправо идти? Ну да, вправо лучше, если отсюда смотреть. Ага. Салатик принесли. Что, сильно ударилась? Ну, так, обтесала. Ой, ты моя золотая. Блин, у меня даже ничего с собой нету, да, это обработать. Соленая вода обработать. А потом еще дома стриптизы попросить. Да. Да, короче, тут надо осторожно быть. Тут вон скалы всякие. Ну, я с той стороны не заходила. Вот ты вот туда, да, шла, вон, получается? Вон, где-то там камни. Ага, да-да. Короче, лучше вот туда. Хорошо. Волны сильные, я смотрю. Это нормально. Надо зайти чуть глубже, и там уже их нету. Там просто будет качать. Волна не будет бить. Ага. Здорово. Идти далеко не надо, как в Арамболе. В Арамболе, пока дойдешь, да. Ой, ну там да, в Арамболе, да. Да, место, где вот глубина нормальная для плавания, но не знаю, сколько метров просто надо. Это, наверное, от прилива от него зависит тоже.
Возможно, возможно. Я еще на Моржем хочу съездить. Там лагунка такая есть классная. Спокойное местечко. Надо будет как-нибудь отправиться. Ну что, идем. Я взяла угощение для коров. Накопилось у меня. Пойдем отнесем. Тут они ходят по пляжу. Поджидают. Отдыхают. Ой, как здесь чудесно. О, лежат всей гурьбой. Мои хорошенькие. Они такие огромные, слышите? Надо им быстренько так отсыпать и бежать во свояси. А то помните, как на меня теленок? Ну, он не нападал, но он так игрался, я прям вообще как этот. А, как собаченька. Ой, какой большой бычок. Ну, вы только гляньте. Смотрите, я вам тут вот насыплю. О, все, дороженькие мои. А, и пошел. Вот самый-самый продуман. Все, приятного аппетита. До свидания. Я пошла. Все. Доброе дело сделали, можно идти купаться. А, где мой шик? Вот этот шик. Тут так красиво, вот это такая огромная гора, мы пришли вот оттуда, такая крутая лестница. А где-то здесь Будда еще есть. Но Будду потом посмотрим. Сначала освежимся. Солнышко, море, что еще для счастья надо, а? Пальмы. Супер. Ой, водичка волшебная, друзья мои. Просто что-то с чем-то. Прям наполняет энергией. Ух. А я еще выходила с моря, так меня волна как догнала, так я же вообще всю дурь выбила. Но так в целом хорошо, приятно. Так качаешься на волнах, так здорово, прям так нежно. Прям как в колыбельке, так. Ой, здорово. Я так рада. Волшебно, просто волшебно. Сейчас пойду вам, да. Пойду прогуляюсь, только у Кати узнаю, что она тут будет тут. Или пойдет купаться. Покажем лучше. Ой, что-то ухо. Ну ты как, ты тут? Остаешься или пойдешь плавать? А, точно. Не видела. Вот. Поплавали, можно пойти прогуляться. Катюша осталась отдыхать, а я пойду. Как тут красиво. Корушки уже все съели. Молодцы, ребятки. Сейчас покажу вам вид, как здесь. Пальмы кругом, гора. Мне так нравятся вот эти вот домики. Просто они такие классные. Ну просто, ой-ой-ой. И вот они прям целым комплексом таким идут. А мы вот туда пойдем. Долго не снимаю, потому что музыка. Буду с перерывами. Повсюду мусорки стоят. Тут вот. Тут три. Ну просто что-то нереально. Так, идем карабкаться на скалы. Как тут оно? Пройти-то получше. Я еще ничего не одела. Пошла прям босиком. Ну ладно, ничего. Как-нибудь. Ух, скалолазы. А я, знаете что, я сюда ехала и про себя пела песню, кто знает, кто не знает, а я сейчас напою. Я еду к морю, я еду к ласковой волне, меня счастливее нету на всей земле. Песня про Коктебель вообще, какая-то ретро-песня, такая классная, прям в тему. Ой, боже мой, ну это ж просто благодать, вот только посмотрите. Ой, мои волны, морюшко, солнышко. И Будду, кстати, сейчас посмотрим, вот он виднеется. Золотой. Тут какой-то, тут, кстати, вот раньше проводились вечеринки, я тут как-то даже была. Но сейчас не знаю, проводится или нет. Ой. Надо быть аккуратненьким. Тут всяко-разно может лежать-то. Ну-ка.
преодолеваем препятствия на пути к Будде. Какой он большой, слушайте. Что тут? Пустенько. Да, то ли это кафе, то ли это клуб, непонятно. Ну, вот такой вот он. Сейчас пока все закрыто. А мы карабкаемся. О. Тут еще такой ракурс, конечно. Ну-ка. Оба. Видно? Ну, почти мы его посмотрели с вами. Посмотрели, можно вниз идти. Еще на кое-что посмотреть. Это еще не все. Идем гуляем дальше. У меня вот тут фотомассаж. Давай, я беру тебя фотомассаж. А, камеами, ты говоришь фотомассаж? Ой-ой-ой. Предлагают тут фотомассаж. Красота неземная. Красота неземная. У меня вот скалистый фотомассаж. Ты хочешь русалочку сна? Не. Не надо? Не, спасибо, спасибо. Посмотри магазин. Ой, бизнеса у них, бизнеса почти нет, поэтому они тут бедненькие. Плохо бизнес, да? Конечно, вижу, айси, что плохо нету бизнес. Нету турист? Нету турист. Да, тогда ну так я-то не турист. Если бы я был турист, я бы тебя что купил. А так, что же делать-то? Ну как тут, скалы. Идем. Общение с природой. Пойдем пройдемся вот по морюшку. По скалам-то я уже прошлась. Теперь можно и к морюшку выйти. Ой, тут такой мягенький песочек, такой класс. Привет. Дела. Хорошо, дела. Эй, ты Шива Плейс. Да. Хорошо. Шива Плейс. Шива Плейс. Да, я знаю, I know. Я знаю. Ой, ну какие же они все такие. Вот я их понимаю. Нужно делать бизнес. А что делать? О, водичка. Ой-ой-ой. Какая классная, теплая. Ой-ой-ой. Просто фантастика. Декабрь на дворе. А я тут по волнам расхаживаю. Чего и вам желаю. Да, мои дорогие. Приезжайте к нам. Желаю, чтобы у всех была возможность исполнять свои мечты. И быть там, где они хотят. Если хотите быть на морюшке, я вам этого желаю. Ой, да. Чтобы у всех все сбывалось. Ну так, здорово. А вот мы наконец-то и дошли. Ой, только не говорите, что вы еще сейчас деньги будете брать за то, что я снимаю. Лицо Шивы. Как тут все изменилось, слушайте, вот. Просто невероятно. Вот Шива. Вот змейка. Как я тут давно не была. Ой-ой-ой. Вот в 16-м году была. Мы тут еще фоткались. Ой-ой-ой. И мне кажется, что оно больше было. Но оно такое классное все равно. Кто-то ж вырезал в скале. Ой, смотрится прям. Ух. Очень красиво. Вот вроде бы как скульптура, но так оно прям. О, да. И морюшка. Ой, красота. Музыка-то такая играет, умиротворяющая. О, джунгли. Вам лучики добра, любви, всего самого прекрасного из этого места, дорогие мои.
такая вот небольшая прогулочка у нас получилась. Идем обратно. Любуемся видами. Наслаждаемся солнышком. Жизнь прекрасна. Как ни крути. Это еще так ярко. Все-таки вот там вот впереди яркие зонтики. Какие коровы лежат. Детишки в песочке копошат. Душа радуется. Кстати, водичка такая бирюзовая. Не знаю, в Рамболе какая-то не такая. Или это мне просто кажется. Ну что тебя с рогами обрезали? Корова безрогий. Это нестандартная корова. Надеюсь, ему было не больно. Не, спасибо. Знаешь, такое дерево интересное поставили. Инсталляция. Впереди. Красота. Вообще тоже такой красивый комплекс домиков. Такой прям, ух. Красиво так смотрится. И теленки гуляют. Малыш. Тут тоже шек. И тоже ши его почитают. Какая скульптура. Красиво. Еще подобралась я. Обратно. Сейчас решим, что будем делать. Может, еще покупаемся, поедем. Посмотрим. Я даже, кажется, немножко загорела. Румянец появился. Ну что, едем домой? Ну что-то домой приходится. Ну, едем, в общем. Едем, едем. О, сейчас нам предстоит подъем по этой суперкрутой лестнице. Будем считать ступеньки? Ой-ой-ой-ой-ой. Посчитаем. 7, 8. Посмотрите, какие они огромные. 9, 10, 11, 12. Ух, я уже устала. 13. Фитнес. 14. Продолжается. 15. Ух. Итак, пока 23 ступенечки. Полюбуемся немного видом. Продолжаем. 37 ступенечек. Ой, ну какая красота. 37. Так, не забыть. Идем дальше. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. О! Уху, я на вершине мира. Но еще это не конец. Ой, как тут красиво, смотрите, номера. Запыхалась чуть-чуть. Ой, друзья мои, 65 ступенек насчитала. Вроде не сбилась. Ух, ну только посмотрите, как тут высоко. Ух, дух захватывает. Вид обалденный просто. Вау. Все, пока-пока, морюшка. До новых встреч. Идем домой. Тёма. Припарковали там чуть подальше скутера. Вот тут типа платная парковка или что. Но тут как-то закрыто.